Всем привет, с вами Спектр Эрика, мы продолжаем проходить The Quarry. И мы решили не бежать спасать Эбби, а поискать, куда этот сраный бегунок. Ау. Ау. Колючая проволока, цепи. Он бегунок. Блин, а как они под водой видят? Мне всегда было непонятно, как люди могут с открытыми глазами... под водой шарится. Схватил? Схватил. Молодца. О, он увидел труп. Раздувшийся. Может, это один из тех пропавших туристов? Вытащить? Джейкоб, пожалуйста, только не утони здесь. Ты нам еще нужен. А если бы он потащил, он бы мог поцарапаться, там бы все залилось кровью, и на него бы сбежались монстры. Вот да? Так? Черт. Убирайся из воды, пожалуйста. Полдесятого. А эти все трое так тут и сидят, залипают. Да уж, Кейтлин, должен сказать, ты умеешь навести шороху. Ну, а может, Эбби нужно было подтолкнуть? Ты злой гений. Кто из них сделает первый шаг? Ник или Эбби? О, я думаю, никто из них. Не знаю, в Нике таится зверь. Если под зверем ты подразумеваешь хорошенького олененка? Я думал, она про хомячка скажет. Всю эту показную милоту. У него там под рубашкой стальные мускулы. О, ты тоже это заметил? Ну, а мы чем займемся? Так играем? Что? Нас же трое. Так, Дилан, правда? Вроде Эбби. О боже. Надо помочь. Откуда был крик? Сюда. Ну. Дилан, а ты чё встал? Эбби, на помощь! Прошу! Ник! Помогите! Где Ник? Ты за Ником! Ну! О, окей, будем героем. Я пошел. У него низкая кучность. Будь осторожен. Что бы это ни значило. Так, так, ладно. Как, откуда ты знаешь, куда бежать? Режем. Так. Пока все ровно. Не в ту сторону, твою мать! Поторопился. Давай, лезь. Еще срежем. Вверх. Так, вот не будем торопиться.
Так. Так. О, Ник еще жив. Воу-воу-воу. Подойди ближе, но... А что если эти охотники на самом деле хорошие, они гоняются за тварями, а кровью измазали, чтобы заманить эту тварь? Почему он себе палец отстрелил? Что за херня? Будем считать, что мы его спасли, наверное. Но это не точно. Ух. Кретин, кретин, кретин. Этот голеньким тут все бегает. Бегунок-то мы вроде спасли. Уже хорошо. О боже. Тебя там ждет полуголая девушка. Ты чего? Так. Ладно. Нехорошо. Не, звать мы никого не будем здесь, пожалуй. Не-не-не-не-не. Ау! И что ты делаешь? Хорошо тебе виситься. Ну-ка, давай покажи нам силу своего пресса. Черт. Да, может, ты не будешь так орать? Да, пиздец. О, опять он. Злить его лучше не надо. Пусти меня. Слышь, не трогай меня. О, охренеть, ты чего творишь? Ну, он хочет срезать веревку, я надеюсь, а не вскрыть нам горло. Да, он идет к веревке. Сукин сын. Зловещий, молчаливый, огромный что мужик. Тихо. О. Не. Он нормальный. Мы не будем ничего опрометчивого делать. Закрой глаза. А, ты чего творишь? Ой. Нет. Нет. На вкус дерьмо. Но это на пользу. Может, он это так защитит?
Куда собралась, милашка? Нет, слушайте, они нормальные. Не надо им палки в колеса вставлять. Что за черт? Ну, что за черт? Нас полили немного вот этой вонючей кровякой. С кем не бывает. Какое-то мгновение, и ты снова в моем шатре. Да, но в этот раз мы с картой пришли. Что ж, показывай. Звезду нашли. У нас тут звезда. Хм. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель или напоминают нам о ничтожности, вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде, она несет ясность и проливает свет. Помни, всегда остается то, что скрыто. Показать тебе? Ну, конечно. И что это должно было значить? Ну, за делом. Назад в Хакетс-Куари. Да, возвращайся в Хакетс-Куари. Уж там не соскучишься. Угу. Ну, ачивочка за главу 3. Глава 4. Без паники. Такой быстрый. И этого... О, Эбби. Вот. Что? Попробуй нарисовать. Что именно? Ну, того, кто напал на вас. Может, хороший способ ее отвлечь. Эй, друг, что там произошло? Животное напало. Где Эбби? Он не в себе, чувак. Надо понять, что случилось. Там был мужик. Ну еще. Какой-то зверь. Чего? Какой зверь может сделать такое? Эбби. Эй, все в норме, друг. Вон она. Клыки. Страшно. Навалился. Я думаю, медведь. Нет, медведь его бы раздавил. Я думал, тут нет медведя. Да. О, блядь. Ты погляди на это. Черт. Это черное. Это инфекция. Она распространяется. Плохо дело. Очень плохо. А как так быстро инфекция может распространяться? Надавить? Может, там какую-нибудь грязюку? Я не знаю. Прости, дружище. Ну, зажать рану. А, ну зажать рану, да, это правильный подход. Чтобы кровь не вытекала. Держись, все норм. Блять, как больно. Надо резать. Резать. А иначе инфекция его сожрет. Что? Ты хочешь ему ногу отрезать? Нормальный вообще? Это еще зачем? Ну не знаю, ты глянь на эту черноту. И что это по-твоему? Я тебе что, врач? Так вот, резать ногу ты типа врач? Не-не-не-не-не. Кто-то идет. Ну, да, давайте позовем. Эй! У меня ствол! Я умею стрелять! Типа,
типа. Райан, вдруг там Джейкоб и Эмма? А если нет? Ну, осторожно. Не, давайте не будем стрелять. Если что, отобьемся потом в процессе. А так, даже дробовик у него все равно. Не даль... Нет такой дальности. Оно ушло? Да, беги, тварь! Как смело. Ладно. Как насчет того, чтобы вернуться в коттедж, а? Где вам было сказано сидеть и не выходить? Хорошая мысль. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это реально может быть... Не стреляй, не надо! Вот. Я помогу. Ух, пиздец. Ник. Что с ним? На Ника и Эбби напали. В лесу. Есть у кого-то сухие шмотки, умирают от холода. Все сумки в фургоне. Бля, ну конечно. Ну вообще да, логично напросить, где Эмма. Где Эмма? О, да блять, вот дерьмо-то! Я оставил Эмму на острове и сказал, что сразу вернусь. Блин. На острове? Да, а что? Просто я... Мне показалось, я там кого-то видела. Кого-то? Где? Нет, не знаю. А, днем казалось... в домике свет, она точно. Совсем одна. Ну, надо двигать коттеджу. Это, я надеюсь, клубничный джем. А, точно, нет. Думаю, это кровь. У мужика была эта бутылка. Короче, ладно, потом долго рассказывать. Фу. Да, знаю, полный пиздец. Да, по-моему, это важная информация, чтобы ее озвучить. Твою мать, точно, как же я мог забыть? Я там видел тело в озере. Типа труп, что ли? О, нет, 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 нет. Это был просто пловец из местной команды. Заблудился по дороге в бассейн и... Да, придурок, это был труп. Хорош заливать уже, Джейкоб. Да не, правда видел. Решил, что это один из пропавших вожатых, но я не уверен, он был такой сдутый и мерзкий. Что-то тут не так. Я за Эммой. А, не понял. Эй, мне нужна пушка, в лесу опасно. Чел, я охраняю Ника с Эбби. Да, а мне надо спасти Эмму, она там одна. Может, с ней и так все в порядке. Может, тогда и с вами тоже? Выбесить меня хочешь? Нет, я хочу спасти свою девушку, баран. Не думаю, что она твоя. Да, боже мой. Не самая важная информация к обсуждению. Господи, пусть тебя забирает. Что за хрень? Может, не... Прекратите, блин! Мы и так в полной жопе, а вы зачем-то еще и грызетесь, придурки! Пушка будет у нас. Ник и Эбби ранены. Нам нужна защита. Там кто-то есть. Райан! Прости. Да вы гоните! Убедись, что все в порядке. Если она на острове, то все ок. Да, чтобы снова нарваться на этого ебаната? Нет, спасибо. У зиплайна должна быть еще лодка. А если нет, оттуда я доберусь. Итак. Нужно вернуться в коттедж, вызвать помощь. Как? Ник не может идти. У меня есть план. Тележку его погу... Ну вот, да. Читают мысли буквально. Ну что ж, начнем наш вечер. Окей, вот вам загадка. Две руки, две ноги. Внезапно осталась одна на стрёмном острове ночью. Это я. Ну, одна рука. Одна свободная рука. Так. Она тут. На странном необитаемом острове, в зловещей ночной тиши и одиночестве.
Ладно, значит так. Я внезапно оказалась одна на странном маленьком островке, и заняться мне нечем, так что я все вам тут покажу. Какие проблемы доплыть обратно? И я иду туда, чтобы попробовать заснять для вас просто охренительную панораму. Так нет, кстати, а в чем проблема тебе вот поплыть обратно-то? Я не очень-то хочу возвращаться. А если бы и хотела, я не могу. Он подумает, что я за ним бегаю, хотя это он первый устроил сцену. Блин, простите, я ною. Ну, иду и ною. Да похер. Вперед. В домик на дереве, друзья-исследователи. Так, ну давайте поищем, может здесь что-нибудь интересное найдется. А это наш домик для встреч. Это домик, где встречаются. Я очень старалась придумать что-то интересное, но иногда вещи такие, какие есть. Ну, вы поняли. Ну, видеоблогер из себя, конечно. Как из меня. Думаю, все догадались, что это такое. Я ими не пользовалась. Слишком он натюрель для меня, честно говоря. Потом... Кто знает, куда деваются отходы? О, только не это. Ладно, забыли и идем дальше. Да. В озеро? В общем, этот остров — нераскопанная часть карьера, заросшая лесом после того, как его затопили. Очень круто, да? Когда-то в детстве я думала, что острова просто плавают на поверхности воды, как надувные матрасы. Но теперь я стала старше и мудрее, и знаю, что все не всегда так, как кажется. Вот думаешь ты, что у тебя горячий летний роман, а по факту нянчишься со здоровым мужиком. Который грустит, потому что ты не хочешь быть в отношениях и строчить ему любовные письма. И, кстати говоря, никто ведь не против, да? Почему? Почему я должна оправдывать свои чувства, если это ему что-то не нравится, верно? Класс. Это метафора. То есть, мы на развилке. Вовремя. И главный вопрос, стоит ли... Возвыситься над этим и тупо забить, или держаться какого-то прежнего пути, ну, то есть ныть о своей дурацкой жизни. И раз это не прямой эфир, выбор за мной. Там кто-то стоял за нее за спиной. Давайте наверх, там ну хоть что, какой-то намек на безопасность. Поехали. Видите, эти дорожки так и шепчут о единении с природой. Это не случайно. Не знаю, что там у вас с дорожками, но если вы минимум час не вытаскивали занозу из пальца ревущего малыша, они не дотягивают. Пацан в порядке, я супервожатая, и что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот куда мы идем. Нехило, да? Нет, вообще-то как раз очень хило. Но этот вид, боже, вы охренеете. А еще тут есть зиплайн, и
Вы еще увидите, как я обделаюсь от страха при спуске. Раз уж я тут, я планирую карпи этот ДМ до самого основания. Но сперва дойдем. Еще столько тем для разговора. Я не знаю, о чем мы будем разговаривать. Почему здесь вообще Эбби, если мы только что на Джейкоба жаловались? Ладно, пусть будет сочувствие. Надеюсь, Эбби в норме. Она убежала. Если кто не в курсе, я поцеловалась с Ником. Но по игре. Я не какая-нибудь стерва. Ты именно та самая стерва. Ну, так-то это взаимно. А я просто хотела раздуть пламя страсти. Безумно надоело смотреть на их неуклюжие брачные танцы. Бедный малыш был в таком шоке. Ладно, разберутся. Я верю. Наверняка они сейчас где-то в лесу, и у них там все прекрасно. Ну, не совсем. Мягко говоря, не совсем. И тем не менее, у нас на данный момент все еще живы. Можно ли считать это успехом? Ну-ка, как там пройти нельзя? Ну-ка, давайте подергаем ручку. Исключительно шаткий и ничем не примечательный домик на дереве. В другом мире мы с юным Джейкобом обустраивали бы здесь свое гнездышко. Милая, я дома. Что такое? Ты три раза разогревала ужин? Ну, знаешь, разве так встречают мужей? Впитывайте, народ. Вот она какая, жизнь в летнем лагере. Ух ты, кажется, кто-то забыл убрать все до закрытия. Думаю, эти вещи оставили детишки, а может, кто-то из парней. Но вроде это не наши. Сверху кто-то есть. Похоже, перед нами выбор. Пороемся в чужих шмотках или... Откроем жуткий люк и умрем ужасной мучительной смертью. Правильных ответов тут нет. Не хочу открывать люк. Шмотки! И вот еще. Хватит с вас красоты. Я что-нибудь надену. Неплохо. Класс. Ладно, так. Там явно кто-то есть. И он меня не испугает. Это я вам обещаю. Может, не надо. Прощай, жестокий мир. Занавес опускается, и никто не выйдет на бис. И она угадала. Шокер. Вот что это было. Размытая фотография нападения на Эмму в домике на дереве. Точно, это же вот эту сцену нам тогда показала в шаре предсказаний. Так. Все, мы сбежали. Нет, мы не сбежали. Давайте используем спрей теперь. Не зря же мы всем этим запасались. Так.
А зачем мы вернулись в дом? Потому что другого пути не было. А окно открытое тебя не смущает совершенно? Бежать через люк. Где какая страхолюдина. Какой-нибудь местный Виндиго. Так, хорошо. Мы живы. Мы живы. Тише. Ничего, все в норме. Тебе больно? Нет, нет, извини, просто есть охота. Ну да, и тебе ногу вскрыли. Внутри. Да, окей. Давай, давай. Боже, я бы лошадь съел. Ну не знаю, найдем ли мы лошадь, но... Может, он тоже теперь в монстра превратится? Фу, ненавижу их. О, мы нашли карту Таро. Силу. Я уверен, что там должно быть полно всего. Надеюсь, нам удастся обработать рану. Я принесу еды. А мы поищем телефон. А, да. Вроде он был у мистера Хэ. Да. Найдем вас. Хорошо. Будем оптимистами. Надеюсь, все будет в порядке. Думаешь, в медпункте найдется что-нибудь подходящее? Кейтлин в этом сечет. Точно? А она же вообще не должна была работать в медпункте. Ей пришлось из-за того, что та девушка не приехала. Уже кое-что. Пошли, надо вызвать помощь. Так странно, что тут никого нет. Ты что, никогда не был здесь ночью во время смены? Что? Нет, а ты? Было дело, да. Ты куда? Я... Кажется, кто-то позвал меня. Я не слышал. Бабка. Вроде травмы Ника не такие опасные. Все, у вас есть второе ружье. Вам бы его тоже с собой прихватить. Рад слышать. Да. Так что? Надо позвонить. Но кому? Мистеру Хэ? Я знаю только этот номер. 911? Да кто так говорит, блин? 911. Не знаю, я. В общем, ясно, но кого вызывать? Полицию? Скорую? Всех? Слушай, а точно надо просить прислать скорую? Или, может, просто сказать «на помощь, на помощь»? Они спросят 911, что случилось. А я «на помощь», на моих друзей вроде напал медведь или... Может, не медведь, но точно животное с зубами, и мы не знаем, сколько их тут. И насколько они умные, и, возможно, они как раз собираются на нас напасть, так что пришлите сюда десяток скорых на всякий случай. Спасибо. Да, да, так сойдет. Высмеивание клише. Это хорошо. 911. Что там? Сдох. Очень удобный момент. Это странно.
Тут телефоны иногда ломаются. Как раз когда ты звонишь копам? Это совпадение. Ты нажимал на эту штуку? Что? Вот. Ты что творишь? Не знаю. Так делают в фильмах, когда телефон дохнет. Долбят по этой штуке. Мы не в фильме. Вы в игре. Да. А тебе откуда знать? Может, они просто хотят, чтобы мы так думали. Ладно, этот телефон не работает. Сотовые тоже. В лагере есть еще стационарный? Ну, есть кое-что. Что? В радиорубке стоит железо для вещания. Где ты делаешь объявления? Где я ставлю крутые летние миксы, да. И где делаю объявления. Там есть старое оборудование. Думаю, мы сможем оттуда передать нужное сообщение. Круто, да. Сходим туда и попробуем с кем-нибудь связаться. Положи, Дилан. Да нет, пусть с собой берет. Зачем его класть-то? Я верну его, когда мы будем ждать помощь в безопасном месте. Ну ладно, но осторожней. Не парься. Может, это погода? Погода, Райан? Ну тогда медведи. Правда? Теперь во всем будем винить медведей. Ладно, ну давай подумаем. Вдруг медведь, перерезал провод и вырубил электричество. И вдруг теперь он поджидает нас в коридоре. Ты прав. Спасибо. Фонариками подсветили себе. Что мы в радиорубку, пусть не волнуются. Да, окей. Ну, идем. О, господи. Так, давай оставим его, Кейтлин. Ты думаешь, оно ей нужно? А оно ей нужно не меньше нашего. Она останется тут, мы идем наружу. Ты же только что сказал, что в коттедже может быть опасно. Когда? Полминуты назад. Ну, да, но только потому, что я очень хотел ружье. Да отдай ты ей пушку, чел. Ну, все, согласен, возможно, тоже это пригодится, а у нас одно есть. Эй! Есть мой ствол. Если будешь паинькой, дам подержать. Я ждал эту шутку, да. Ну, смотри, ловлю тебя на слове. Я не против, чтобы ты меня поймал. Ах, ты ж, господи. И? А я не помешала? Вообще помешала. Выше нос, герой. Я все равно без понятия, что с ним делать. На, держи. Ой, спасибо тебе, Дилан. Ты такой щедрый и красивый. Да, не стоит благодарности. Эмма, что у тебя тут происходит? Ведь вот когда она собрала волосы, вот так вот с каких-то вот ракурсов, она стала похожа на актрису Кристен Белл. Не знаю, мне почему-то такие ассоциации появились. И что-то... А, тут, в принципе, есть выход. Просто... Ах, как эта фигня скрипит. Мотать быстро, медленно она будет скрипеть еще быстрее. А вот и тварь. Так, ты домотала? Скажи, что ты успела домотать. Не, прыгать не надо. Давай. Господи.
Не умирай, пожалуйста, родная. Ты чё так рано прыгнула-то? Вообще, похоже, мы выжили. Она могла погибнуть наверняка там на один с этой тварью. Шокер сдох. Ожидаемо. А тварь это плавать не умеет, похоже. Ух, молодца. Что ж, а получается, что у нас все довольно-таки неплохо и идет. Ну и на этом серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.